Сегодня у нас круглый стол, посвященный искусству в теоретическом плане. Я Артур Алтынчик. Значит, у нас сегодня, не могу сказать, что в гостях участвует, это проректор Академии художеств английской экономики. Это доктор искусствознания, архитектор, художник, поэт Александр Рапопорт. Очень известный человек в архитектурных средах. Проректор Академии наук, академик, доктор наук, вице-президент Академии наук Андрей Красников, профессор Технического университета. Дарк Видулейс, глава и лидер Артрия и Хэппи Арт Музея. Я даю слово Андрею Дейкунсу, который провел огромную аналитическую работу, занимаясь этой проблемой. Андрес, welcome. Андрес, да. Спасибо, дорогие друзья. Ну, мы сегодня встретились, по-моему, в очень дружественной обстановке, в дружественной атмосфере. Я надеюсь, в очень дружественную беседу, потому что мне действительно персонально очень интересно мнение моих собеседников касается одного, по-моему, архиважного вопроса. Это вопрос отношения искусства и будущего. Примерно 3 года назад в Академии художеств мы начали такой большой, грандиозный проект Art Future, искусство будущего, будущее искусства, пытаясь приблизиться к этому вопросу сразу с нескольких сторон. С одной стороны, мы начали организовать международные выставки экологических культур, по идее, чтобы сами увидеть, какое именно будет искусство будущего. Есть какие-то ограничения, потому что смотря, что именно молодые люди принесут, выставят с нескольких стран одновременно. И при том, вторая наша мини-биеннале стартует через неделю. С другой стороны, мы начали проводить и аналитическую работу, установили формат международной конференции, где вместе пригласили выступить искусствоведов, теоретиков дизайна, теоретиков экономии и футурологов. Такой как бы эклектическая смесь высококвалифицированных специалистов и экспертов. По идее найти вопросы и найти ответы на эти вопросы, то есть поставить эти вопросы, а потом найти ответы на эти вопросы. И фоновым данным этой дискуссии, этого проекта, было именно это чувство, что мы живем в очень странное время. С одной стороны, совершенно ясно, что 21 век будет решающим для человечества, потому что мы имеем такую технологическую мощь, что можем спокойно уничтожить само существование человечества этой планеты в один миг. Нет вопросов. Притом это может будет только нарастать. С другой стороны, человечество, как и было раздроблено 5000 лет, 4000 лет назад, так и раздроблено. И те же самые страсти, которые нас двигали тысячелетиями, те же самые страсти здесь и остались. В том числе страсти власти, страсти богатства, страсти, ну, всем остальным удовольствием и так далее, и так далее. Но совершенно ясно, что это все будет падать на планету. И в то же самое время, несмотря на эти все риски, проблемы, которые мы можем указать, мы как бы перестали думать про то, что такое будущее, каким именно будущее должно стать. Если мы смотрим с точки зрения того, теперь занимается будущее в нашем обществе, нашей цивилизации, так это аналитики больших компаний, аналитики больших, очень хорошо вооруженных стран, геополитические специалисты. Сделано уже каста людей, которые взяли на себя, которые приватизировали. Мы имеем право говорить про будущее, в котором должны жить другие люди. Вот вы будете жить соответственно с такими правилами. А миллионы или даже миллиарды людей просто, они отдали. Притом не было ни голосования, ни репрезентации, ничего такого. Но только очень такая небольшая каста людей взяла на себя смелость
И для нас говорит про то, что будущее. А что осталось с людьми? Что осталось с интеллектуалом? Что осталось с художниками, в конце концов? Смотрим 100 лет назад в прошлом, 100 лет назад в прошлом, авангардисты, художники, научные деятели, литераты, ну и в конце концов революционеры, политики, которые верили в свое дело. Они же знали, как это все обойдется. Они действительно верили в утопию, в то, что они принесут благо людям. Они все были как бы вместе, все творили утопию, все творили будущее, и все в каком-то смысле были энтузиасты по отношению к будущему. А в данный момент мы все это потеряли. И когда мы начали работать с художниками, мы начали художников как бы собирать вместе, и при этом не только делали эти выставки, делали этот проект, но делали замерку людей, которые приходят на эти выставки, на этот проект, как они реагируют на художественные выставки, как они реагируют на выставки, ну, например, дизайн, то самое время. Мы узнали парадоксальную вещь, удивительную в наши дни. Искусство не ассоциируется с будущим. С прошлым, может быть, немножко с настоящим, с политикой, но не с будущим. А вот, например, если мы делаем выставку дизайна ассоциируется с будущим. А ведь это рубеж между искусством и дизайном, это там, ну, его же нет. Это искусственный рубеж, потому что дизайн — это как бы мы делаем семантику, мы делаем идеи, мы делаем будущее инструментами искусства. Мы перевоплощаем вещи, которые вокруг нас. Как это оказалось, что с одной стороны мы искусство не ассоциируем с будущим, а с другой стороны, ну, эти инструменты, которые пришли с искусства, мы используем для того, чтобы моделировать будущее. Вот это, как бы сказать, это было выходные данные нашей проблемы. Потом мы попытались использовать данные конференции, которые, ну там, тексты и идеи, и сделать искусство, как бы, используя, с одной стороны, те же самые формальные инструменты, которые используют там культурологи и так далее, но использовать их критически, с точки зрения, как бы, с этими инструментами, вот, например, там, матрицы, сценарии, да, ну, там выходит 16, ну, возможных сценариев, как можно было бы развиваться наша страна Латвии в будущем по отношению к одному или другому там вопросу. Или, например, на противоположной стороне 8 сценариев по искусству, как искусство может развиться в будущем. Притом у нас была уже матрица с 4 сценарием искусства, которые тоже мы присоединили к этому выставке. Это когда мы говорили про то, как искусство может развиваться в Латвии. И тогда у нас было как бы 4 отправные точки, 4 неизвестные, 4 против которых этот сценарий развивает. Это была экономика, или искусство оставляет на экономику влияние, искусство оставляет влияние на общество, искусство как бы для, ну, для внутреннего, как бы внутреннее потребление, или искусство для экспорта. И вот 4 главных сценария. Но оказалось, когда мы сделали уже международный воркшоп с коллегами из других стран, и то не только художников, но и футурологов вместе, то позиция, которая так важна для людей в Латвии, ну, например, делать искусство с тенденцией на внутренний рынок или на внешний рынок, оказалась, ну, такая не самая главная, потому что с точки зрения искусства, современного искусства, оно уже глобально. С этой точки зрения другие факторы, которые оказывают влияние, как, например, развитие технологий, ну, то же самое политика, но в другом смысле. Или люди останутся свободными в будущем, или государство приобретет еще больше контроля, еще больше своих руках, способности контролировать какой-то новый образ неопортитаризма и так далее. То, что мы получили, это очень интересно. Результат того, что мы можем начать разговор про будущее, используя средства искусства.
и отдать людям возможность говорить, дискутировать про будущее. И в то же самое время, парадоксальным образом, это создало впечатление, что мы еще и нашли какой-нибудь новый пласт будущего искусства, роль, которая может быть не совсем востребована, и еще мы ее не знаем. Но то, что эта роль искусства существует, это уже в свое время Юрий Михайлович Лондон сказал, что искусство – это в каком-то смысле плацдарм будущего, где разыгрывается возможные сценарии будущего. Я думаю, именно эта роль искусства будущего может быть один из самых важных инструментариев, когда мы думаем про то, как с помощью искусства перемодифицировать или сделать такое перевоплощение в лучшую сторону человечества. Я позволю прокомментировать слова Андреса Тихоновича. Полгода назад была выставка в Академии художеств, где господин Тейкманис на графиках проанализировал все информационные потоки, которые создают современное искусство. Это блестящая работа. И что интересно, эту работу посетило даже несколько натовских высших офицеров. Я был с одним хорошо знакомым Петерианом. Вот эта работа, анализ, да, который произвел Тейкманис и его группа международная, да, она интересна на уже многих уровнях. И ваш тезис, что именно сейчас закладываются вот эти векторы развития, да, и это анализ, да, и очень амбициозное название Art Future, да, да, это одна из самых наболевших болезненных тем современного искусства. Брунеровское движение по поиску идей идет во всем мире. В одном Париже 200 тысяч художников и 5% из них мечтают о вечности. Очень интересна точка зрения господина Рапопорта. Да? Ваш тезис, что архитектура умерла, которую вы блестяще декларируете, да, взаимосвязь вот этих тенденций в живописи, в принципе, в искусстве, архитектуры, вот прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, прежде всего, слово «умерла» всегда говорит о будущем. Вы не станете возражать, что это слово ассоциируется не с прошлым, а с будущим. Второе интересное, что искусство со временем начало ассоциироваться сравнительно недавно, где-то после романтизма. До этого все-таки искусство больше ассоциировалось с вечностью. Причем ассоциации искусства с будущим и прошлым попали в очень сложный парадокс, который мало серьезно обсуждается. Мне однажды по радио удалось услышать прекрасный каламбур на эту тему. Звучал он так: «Не бойтесь будущего, оно не настоящее». Это действительно смешно. Потом второе. Вы знаете, у нас в Советском Союзе, не только в демократической общественности европейских стран, был укреплен тезис «светлое будущее». Сейчас этот тезис «светлое будущее» незаметно превращается в тезис «темное будущее». В мире все больше черных дыр, темной материи. А свет, он как бы, так сказать, не так уж много и освещает. Я бы даже сказал, что свет звезд нам не освещает мир, а демонстрирует окружающую их темноту. Все эти перемены касаются каждого человека в его жизни, потому что в юности человек почему-то видит будущее как таковое, как свое будущее. И он в силу молодости своей претендует быть его владельцем. 25 лет, я очень большой сторонник будущего, это же мое будущее. Это собственное. Будущее стало собственностью возраста. В 75 лет я не чувствую себя владельцем этого будущего. Вот эти те парадоксы, которые, их можно умножать, но которые иллюстрируют одну очень важную вещь. Что рассуждая о будущем, мы оказываемся заложниками нескольких исторических стереотипов, которые силой судеб, а в основном политической пропаганды,
никогда не подвергались отстраненному и незаинтересованному обсуждению. Блестящий Александр, ваши сентенции очень приятно порадовали. Думаю, зрители тоже. Господин Красников, вы доктор наук, художник, вице-президент Академии наук. Да. У вас есть свои тезисы, как развивалось искусство и как оно будет развиваться, и какие вот тезисы в будущем? Добрый день. Ну, мягко говоря, когда меня пригласили на эту дискуссию, я не знал, о чем дискуссия будет, и о будущем совсем не думал. Но как человек, я так не анализировал себя, как, поскольку я и художник, и вообще я механик, математик, и вот эту пропорцию мышления, рационального мышления, формализированного мышления и пропорцию неформализированного мышления, которое связано с экспрессией, выразительностью и так далее. Какова эта пропорция? Ну, я скажу очень такие довольно простые вещи. Искусство есть выражение визуально, во-первых, у человека есть глаза, да, у человека есть глаза, и человек через глаза получает какие-то сигналы, которые он эстетизирует. То есть есть какие-то вещи, которые он считает приемлемыми, приятными, вызывающими ассоциации, есть то, что он называет неприятными и так далее. Искусство развивалось, я в основном буду говорить об изобразительном искусстве. Искусство развивалось всегда какими-то шагами в область того, чего не было. И это всегда можно было называть авангардом. Мы видели, в древнее время Древней Греции были такие названия авангард, были названия авангарда в средние века, Чикаченко, Патроченко и так далее. Думаю, что, может быть, и не было, но авангард или переход в будущее, к искусству будущего, это всегда. Потому что я вам могу привести такой пример, да, который мне сейчас всплыл в голове. Хогарт в свое время, английский известный живописец, он пытался высмеять своего недруга, тоже художника, путем того, что он подметил на его картины непропорциональность сложения человеческого изображения, да, то есть длины. Я думаю, что в наше время это является нормой, когда изображают человека, изображают руки длиннее, голову меньше и так далее. И таким образом пытаясь получить какое-то экспрессивное воздействие на зрителя. Это во-первых. Да? Самое такое значимое, что я хочу сказать, что в принципе искусство есть часть общего человеческого движения в познании мира. То есть, если мы проследим, что происходит в науке, то это всегда отображается в искусстве. Да? Что это импрессионизм? Импрессионизм – это реакция художественного мира на теории Максвелла, Фарадея о том, что цвет – это не просто белый цвет, а это есть набор электромагнитных волн разной длины, которая имеет свою ассоциацию в глазе человека, как красный цвет, синий цвет и так далее. Почему же тогда это так? Значит, наше окружающее, оно не имеет черно-белого оттенка, оно имеет совокупность разных комбинаций. А почему бы в этом случае не начать писать картины только чистыми красками? Что сделали очень удачно и очень экспрессивно импрессионисты. И в свое время это вызвало, опять же, очень большую, сильную реакцию общества, это было неприемлемо. И общество не принимает каждый новый шаг, потому что общество живет, как уже здесь говорилось, традиционными ценностями, в основном базируемыми на ценностях прошлого. Если мы возьмем развитие в 20 веке кубизм, что такое кубизм? Опять же, человек в своем познании науки
открыл, что все вокруг состоит из элементарных частиц. Так значит, и форма должна состоять из элементарных частиц. Значит, а форма из элементарных частиц – это кубизм. Значит, и движение должно состоять из элементарных частиц. А что это? Это футуризм. И таким образом, любое научное исследование, развитие, прорыв в научной мысли зеркально отображается в искусстве. Здесь эта идея, я думаю, очень имеет далеко идущие выводы. Если мы хотим говорить, какое будет искусство будущего, то мы однозначно, я в этом абсолютно уверен, будут новые открытия в области науки, которые двинут искусство в таком направлении, которое мы в данный момент предположить не можем. Я вам приведу такие примеры, ассоциативные, да, к примеру. Да. В области математики на математическом семинаре, рассматривая формулы совместности деформации, когда там одни крючки, да, индексы и так далее, один вскрикнул: какая красота! Я думаю, что эту формулу показав человеку непосвященному, он скажет: я вообще не понимаю, что здесь написано. То есть научные открытия, которые, а мы живем в век ускоряющегося научно-технического прогресса, и просто если рассмотреть так целенаправленно в интернете, один из носителей информации, как все это происходит, то просто голова кружится, что происходит в мире в области новых результатов исследования природы. Безусловно, это отразится на я даже могу сказать, поскольку я сам являюсь художником, ну, не профессиональным художником, а поскольку я профессиональный вице-президент Академии наук, да, вот по научной части, то я уже скажу, что я бы мог наметить какие-то точки, в которых, или движение вектор, в которых надо было бы двигаться, чтобы двигаться в направлении искусства будущего. К примеру, красота поля нулей и единиц. Вы скажете, что это такое? Безусловно, с развитием робототехники, с развитием интеллекта появится эстетическая ценность в таких визуальных сигналах. Так что я думаю, что мы действительно находимся в то время, когда происходит все больший, быстрее, интенсивнее. И, безусловно, если мы проанализируем открытия, даже Нобелевские премии, результаты и так далее, современные, можем уже сейчас сказать, что в ближайшие 20-30 лет будет развиваться в направлении искусства. Блестяще, правда, мы не поняли, где этот вектор. Интернет, главное, открытие последних двух десятилетий – это носитель информации. И человеческое общество мало чем отличается от древнего Египта и сегодняшнего дня, только скорость носителя информации. Да. Вот мы не совсем слышали ваш прогноз, а что же будет задача искусства, которая формулирует идеи? И какие идеи должны быть открыты в науке, чтобы произошло движение? Но это другой вопрос. То, что вопрос архиважный, да, и вопрос культурной политики, да, как будет развиваться искусство. Есть два направления, это условно музеи, фонды, биеннале, выставочные. Один момент. Второй момент – это искусство, потребление которого является человек. Пример этот, тривиальный пример, когда в галерее Тейт выставлено фантастически красивое груда кирпичей стоимостью 8 миллионов, да, да, да. Является ли это вот эта линия, как вы правильно подметили, что кирпичи и куча формул может быть прекрасно, кто-то скажет, это прекрасно. Вот пусть находящиеся на рубеже этих стычек Данис Видуэйс, да, прокомментирует эту ситуацию. Я очень рад участвовать, что нас своим присутствием радовали
наши друзья, мыслители, но я хотел бы перевести разговор на свою сторону, что я там десятки лет была возможность в семье там не работать, не общаться с людьми, не смотреть телевизор, не думать, куда там направляется общество. Мне кажется, нет никакого такого вообще линейного какого-то роста или спада. Мне интересен вот этот миг и человеческое существо. И, по-моему, все развитие идет туда, внутрь. И художники – это как 21 века монахи. И мы должны, по-моему, создавать структуры, которые в обществе создают вот эти теплицы, какие-то уголки, где дух может до сих пор жить и спрятаться. И поэтому мы не укажем своими вот векторами, куда этому направляться. И тоже не укажет технологии. Это укажет сам дух, желание людей приближаться к вот этой, к своей истинной бытности. И художник в этом сам, только дайте ему возможности. У меня была возможность там трансцендентальной медитации Махариши, и уже в советское время приезжала учительница оттуда. И это соединять как-то с навыками, техникой живописи и медитации прямо проводить на. Поэтому самое, ну, где мы можем силы приложить, это уберечь художника какими-то способами. По-моему, один из способов – это напрямую интенсировать рынок, как интересно господин Бекман сказал, что растерлась граница уже. Теперь цены нельзя так в Латвии спрашивать одну вазу или другую. Моментально это всплывет. Во-вторых, это рынок сам поможет. И во-вторых, это со стороны государства, вот эта диктатура служению правящим элитам, которые теперь корректируют, кому давать, если ты заранее напишешь проект, что вот там про партизан или про веев, или про какую-то болезненную тему, тебе дадут деньги, и ты будешь творить. Это совсем что-то другое. И если еще поопонировать с коллегами насчет вот науки, второе предостережение, вот я как манифест Артриги эти точки три обозначил, это надо, ну, избавиться от этого натиска интеллекта искусственного, потому что не только контролируются наши разговоры, записывают все наши там мейлы, наши письма, и все глобальные технологии, космические среда контролируется вот этим искусственным интеллектом, который, в свою очередь, подчинен правящим элитам и диктатуре с их стороны. И поэтому вот что остается? Эти вечно признанные уже с давних, как в Ренессансе, как в античности, как 100 лет назад сформулировали авторы манифеста сюрреализма и всех новых течений. Это все-таки человек в центре, и его простые там нужды, его жизнь, его сознание. И углубляться в это сознание, там, в силе техники или достигшие сознания Христа, преуспевали где-то там на Дальнем Востоке, сидя под деревом. И, по-моему, вот было бы интересно тоже, как скомментировали, где, как мы можем охранить художника, наше сознание, и не технологией, а именно в себе найти все эти технологии. Этот интернет искусственный до этого существовал в сознании, которые могли друг с другом общаться. И то, что мы переместили наружу, и технологии, у нас теперь вместо искусства, каждый все время радует новыми там игрушками, новыми находками. Но как возвратиться к этим суперинтеллектуалам и к нашим тайнам, нашим сознаниям? Вот.
такой вопрос, если бы ты помог сформулировать. Ну, я не совсем понял, что ты имел в виду, ты блестяще, так сказать, сказал спич за человека, за то, что прекрасно спасет мир, да, и в основе лежит человек и личность. Да. Тенденция сейчас несколько другая. Но могу привить, вот господин Дэвис, мы как-то вместе посетили наш национальный музей, и в одной экспозиции, ну, выставлены, по-моему, Писсуар, да? Было такое? Писсуара не было. Нет, Писсуар, не надо. Писсуар в другом месте, Писсуар в Шанах. Стоп, не надо, да. Я не буду шокировать публику, да. Есть Писсуар. Значит, Дюшан в 22-м году, да, это его работа, а гораздо позже он писал, что я швырнул им в лицо писсуары, они это объявили искусство. Для меня главное удивление, что эти писсуары сегодня в нашем национальном музее, 100 лет спустя, это что, задержка в развитии на 100 лет? И у кого задержка в развитии? У искусствоведов, у дирекции? Вот в чем вопрос. Для меня принципиальный. Мы не будем говорить уже о задаче художника шокировать, то есть искусство шокирования шока, когда шок есть, искусство нет. Вот одна из тем, которыми мы касаемся. И вот арт-рига, она имеет позитивную, прежде всего, направленность, да, где в основе красота и человек. Так что вот эта тема, она принципиальная и точки зрения глобализма, который нивелирует уровни художника. Так что, господин Тейнин, давайте вот продолжим вот в этом плане. Глобализм. Так, да, конечно, Артур решил меня спровоцировать на резкую дискуссию. Да, конечно, искусство в 20 веке поменялось резко. И особенно это хорошо видно на примере писсуара, потому что в начале 20-х годов это там что-то было, что-то не было, это там никто уже хорошо не помнит, но Дюшан ремаркетировал это все в конце 50-х, это стало событием, важнейшим событием искусства 20 века. Ведь сам этот поворот с модернизма на то, что мы называем современное искусство, это случилось примерно на рубеже 50-х-60-х годов, когда появилось новое поколение художников, которых учили уже классические модернисты, но они уже были не согласны с этим, и они решили свое искусство создавать как бы критическую дискуссию по отношению к тем, которые уже считали живыми классиками. Это всегда происходит. Но самое интересное в искусстве, если мы говорим про отношение искусства и будущего, это даже тогда, когда мы как бы, ну, живем в очень постмодернистическом обществе, и у нас там нет таких, мы говорим, нет таких ценностей, там нет абсолюта, да, там метафизика, извините, про метафизику мы не будем говорить, это уже, ну, что-то уже другое, там все многозначно. Все зависит от множества точек зрения и так далее, и так далее. Но в то же самое время отношение искусства из будущего, и несмотря на то, что действительно связь искусства и вечности, которая была тысячелетиями, в принципе, потому что искусство и религия, идеология, это было совершенно связано, это все кончилось с Великой Французской революцией. Оно взорвало эти отношения. В принципе, мы дети Великой Французской революции, в данный момент. И, конечно, уже это, ну, это как бы, когда он в авангард появился, это 30-е годы 19 века, когда Франции начали, ну, использовать эту военную терминологию по отношению того, что происходит в среде литературы сначала, потом уже культуры, искусства в целом. Но несмотря на все это, как говорят, есть такое присказка французское, не знаю, наверное, или нет, но так меня когда-то учили, в живописи, в языке живописи вы найдете ответы на то, какое будет будущее. И в принципе, если мы смотрим, да,
историю европейской культуры, европейской цивилизации, особенно это уже стык 19 и 20 века, модернизм, он пришел. А, конечно, открытие, с одной стороны, открытие науки, с другой стороны, индустрия, потому что если бы не было химической промышленности, импрессионизм просто напросто не мог бы быть, не было бы таких пигментов, которые использовать для чистой краски. Но в то же время это смена норм, смена эстетических норм, оно как бы предшествовало глобальной смене норм, которые поступили немножко позже, в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Ведь очень примечательно, если мы смотрим на историю искусства Латвии, перед Первой мировой войной модернизм Латвии были такие эпизодические явления. И люди, в принципе, не признавали там, Матвей приехал с молодым русским художником в 1910 году. Матвей, смотрите, художник. Да. Пресса там что-то там, общество это не приняло. Но когда уже случилась Первая мировая война, когда уже случились эти все трагические битвы, где тысячи молодых людей погибло, в этих рождественских битвах, особенно, которые были плачевны для молодых латышских воинов и так далее, и так далее. Наш модернисты, как Гроссвалд и Казак, они предъявили эту новый язык искусства, и он органически воплотился в сознание общества, потому что говорить про эти страшные трагедии языком искусства 19 века не представлялось возможным. Лассировочной живописи. Не представлялось возможным, потому что это был бы ужас в нормальном таком романтическом, сентиментальном смысле показывать это. Там был нужен этот язык модернизма, резкий, новый, потому что все поменялось. И общественность это почувствовала. И роль художников, и роль художников-модернистов во время становления нашего государства довольно-таки однозначно, они там политически, конечно, были и левая сторона, и правая сторона, потому что режимы меняются и так далее, но общество поняло этот новый язык. Потом опять следующий кумулятив, 20-е годы, 30-е годы, ведь не только Латвия, и не только в Советском Союзе, и не только в нацистской Германии, но по всей Европе, по всему миру возврат более реалистической манере искусства, к кинематографическому искусству и политическое влияние или социальное влияние, начиная с Болгарии или Румынии, кончая модернистами в Франции и в конце концов большой этот федеральный проект искусства в Соединенных Штатах, абсолютно социалистическое искусство второй половины 30-х годов, которое там создавало. Значит, это общество тоталитарного искусства, там Россия, Германия, Центральная Европа. Да, но не только. Я могу утверждать, что искусство Америки 30-х годов, второй половины 30-х годов, она тоже составляла те же самые элементы политической ангажированности, как и Европа. И в каком-то смысле, в каком-то смысле то, что мы видим в искусстве, оно как бы всегда предвещает то, что произойдет в обществе и произойдет в политике. Если вы хотите узнать, что будет завтра, идите на выставку. Потому что, мы желаем, чтобы искусство выглядело утопичное, технологически утопичное и так далее, и так далее. Но когда мы сделали, например, первую выставку художников с тематикой «Будущее», мы с удивлением увидели, что будущее, есть такое английское слово «discontent», что не связанное. С одной стороны, технология, она будет развиваться, и с другой стороны, она будет фрагментарность, будет разделенность, не будет общего видения. И теперь самый главный вопрос, есть ли у художников инструмент влиять на это? Можем ли мы изменить это будущее, которое мы видим с какой-то точки зрения драматично? Есть ли такой инструмент? Вопрос будущего и ждем от вас очередного парадокса. Здравствуйте. Во-первых, вот Олег Михайлович говорил о глазе, как очень важном компоненте искусства, это говорили о зрении. Не отрицайте. Тогда вы не станете отрицать то, что слово убило способности
весь концептуализм расправой над зрением в пользу смысла, знака. Парадокс, да? Второе. Еще с августиновских времен нам известно, что будущего нет, потому что еще нет, прошлого нет, потому что его уже нет, а настоящее, втиснутое между ними, не имеет никакого места вообще. Поэтому вопрос в том, о чем мы говорим, говоря о прошлом, будущем и настоящем, заслуживает особого обсуждения. Но я бы перевел этот вопрос в обывательскую манеру. Многие хотят жить в будущем. И Красов говорит, жалко, только вот город прекрасный, нам не придется жить. Будущее будет хорошо. Есть, конечно, такие чудаки, старики, которые хотели бы жить в эпоху Баха, Фидия, или там, скажем, Ромеро. Меньше всего людей, которые хотели бы жить в настоящем. Вот парадокс времени. И не потому, что они уже силу судеб в нем существуют, а потому, что это существование настоящим, они подлинным существованием не считают. И поэтому психология обычного человека – это всегда психология беженца из тюрьмы настоящего. Да здравствует Латвия! Спасибо. Господин Красников, да, теперь ждем от вас, так сказать, условно ответ. Спасибо за провокативные фразы, да. Вы знаете, есть такой фильм «Midnight in Paris» Вуди Аллена, который немножко идет вразрез с общей канвой фильмов Вуди Аллена, американского режиссера. И там главный герой, он пишет книгу и находит, я не знаю, кто видел, не видел, да, мне очень нравится этот фильм. Он находит себя в том, что вдруг в какой-то момент вечером в Париже он попадает, садится в какой-то автомобиль, его отвозит, и он попадает в атмосферу 20-х годов, когда вокруг молодые сюрреалисты, Дали, Хемингуэй и так далее, и так далее. И вся эта история идет вперед, развивается, а потом в какой-то компании они попадают в эпоху Дега, в эпоху Гогена и так далее. И тут его осеняет, да. То есть вообще это вот неудовлетворенность своим временем, это называется мышление Серебряного века, да? Что в принципе каждому хочется идеализация, то есть и идеализировать все прекрасное, которое было в средние века, и как прекрасно молодые люди, школьников спросите, хотите ли вы жить в рыцарские времена, ой, как это здорово. Но вы знаете, это только в книжках здорово, потому что несуществование всех кладов цивилизации приводило к тому, что жизнь была очень трудная, да, в то время. Но это так, это ремарка к моему коллеге, да, безусловно, это интересно, об этом можно снимать фильмы. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что действительно наука и искусство, они не раздельны. И скажу так, что понятие искусства и прекрасного в искусстве, оно очень сильно эволюционирует. Да? Если вы спросите вот, про какие-то там средние века, тут даже Августин там был и это еще раньше, да? Вот, то там была своя шкала ценностей, и шкала ценностей элиты общества, и элита общества всегда пыталась свою шкалу ценностей ассоциировать и селектировать с искусством. И то даже одни из самых таких более ярких проявлений этого явления, когда в учебниках в советское время, то же самое было в учебниках немецкой Германии во времена Гитлера, что там были абсолютно ясно обозначены, какие произведения искусства правильные, а на которые вообще не стоит смотреть и так далее. У человека создавалась, у общества создавалась шкала отношения к искусству. Развитие искусства идет по всем направлениям. По рыночным направлениям, по ценностным направлениям, по выразительным направлениям. И то, что меняется выразительность и выразительные формы искусства, это неизбежно. Братья Ван Эйки, которые изобрели, считается исторически, масляные краски,
До этого не было масляных красок. Как люди изображали цветовые поля, какой-то там глина и так далее. Это уйдет, это уходит. Меняются изобразительные методы. Появятся ли электронные или какие-то, может быть, другие? Неизбежно появятся. Появится ли искусство для роботов? Неизбежно появится. Абсолютно без комментариев то, что цивилизация развивается в таком направлении, когда искусственный интеллект продвигается. Уже есть компьютеры, которые человек не может обыграть в шахматы. В шашки не может обыграть. Я не знаю, что там еще, там какую-то азартную игру не может обыграть и так далее. Это все продвигается. Уже появились компьютеры, которые между собой конфликтуют. У них нет рук, они не дерутся, но они уже блокируют подачу информации и так далее. Мы не остановим это. Науку невозможно остановить, потому что были письма, когда создавалась атомная бомба, все понимали, что очень разрушительное оружие, это может привести к очень печальным последствиям, если человек не понимает, что это такое. Да? Но это неостановимо. Также клонирование неостановимо. Развитие робота, киборга и так далее совместно неостановимо. Все это есть процесс человеческой цивилизации, да, на данном моменте. Футурологи вообще, я думаю, сходятся в общем мнении о том, что летать на какие-то планеты дальше Юпитера и так далее будут неорганические люди. Неорганические люди. Безусловно, эти люди будут иметь свою шкалу визуальных ценностей. И будет ли искусство деревянного кораблика? Да, конечно, будет. Я в свое время, когда первый раз приехал в Америку, это было много-много лет назад, я был удивлен тому, что в Америке, в Соединенных Штатах, в средних малых городах очень и очень много реалистического искусства. Я думал, что там будет сплошной абстрактный экспрессионизм, это козырь американской культуры, или даже вот что-то наподобие Жан-Мишель Баски и так далее. Нет. Очень много лестничек, потому что основная масса людей во всех странах очень сильно привержена. Чем меньше подготовка человека, тем более простые требования к искусству или то, что человек понимает искусством. То есть морковка должна выглядеть морковкой. Если она выглядит блином вместо морковки, то это не будет понимать 99% населения. Да? Экзальтированное же искусство, когда идет на ассоциациях, на глубоком понимании каких-то, это есть вот именно вектор развития, который, ну и безусловно, как я уже сказал, что безусловно нет в этом процессе одного или второго. Совместное развитие цивилизации в науке, в искусстве, оно едино, поэтому это всегда будет отражаться. Я считаю, что такой мрачный подход. Очень мрачный. Очень. Это для вас позитивный, да, такой с механистическим подтекстом. Я могу доказать. В следующий раз, господин Ведунец, а как Артрига, как вы будете существовать, да, в рамках этого прекрасного робототехнического модернизма? Я как-то хотел бы вспомнить мне очень интересные мысли и не начать опять новые разные вопросы, а вообще было бы прекрасно, вот первый вопрос, второй, мы могли бы углубиться в любую мысль, а то мысли расплываются, и господин Бейтман аналитический труд провел, и мы сегодня танцуем вокруг его направленности. Мне это очень приятно, такой подход лучше сформулировать, вот в конце беседы какие-то мысли, а не обхватывать. Вот это и самая основная проблема, что не слушают люди друг друга, а в принципе каждый как на предвыборной кампании, как достает микрофон, свои уже пару раз апробированные идеи высказывает.
Мне интересен поэтому его вопрос, можем ли мы повлиять. Это уже переносит, как первый круг разговора был о вообще сущности, куда направлять, что как. А теперь перенаправилось уже в политику, такую реалистическую политику. И тут, я думаю, мне сразу были рефлексии, что я тоже не хотел бы, я хотел бы там медитировать, углубляться как монах. Но мне, например, принесли выставку по Донбассу, там детей взрывают, и я не хочу туда лезть. Никто в Риге не выставлял выставку. Или пришел один выставкой, там из лекции, что в Китае там нелегальные трансплантации, никто не берет. Но я хочу себя уважать, и я не могу отказать. И сразу у меня хопс, одни финансисты уже отпадают, говорят, нельзя в искусстве ни политика, ни про секс, ни про религию, как бы кого-то не оскорбить. Но господин Тейтман спрашивает, можем ли мы повлиять? Тут это вот вопрос личного выбора и готовности, так же, как Иисус спросил там, и все говорят, мы его не знаем, ученики, только нас оставьте в покое. Но вокруг нас эти Иисусы каждый день ходят, кого надо защитить. И в принципе, любого себя уважающего человека, единственный в жизни долг – это стать всегда интеллектуалу, защиту меньшинства, защиту того, кто не умеет за себя постоять, кто вообще молчит, кого оскверняют, обворовывают и так далее. И в этом плане искусства можно проследить вот такую, хотя и ренессансы писали, там, я помню, в Сикста Капелле меня разрешили весь день там просидеть, там очень актуально было до сих пор вот это, а ты кто-то там кого-то вытаскивает, это очень актуальная работа, очень contemporary message, хотя в таком традиционном живописном исполнении. Поэтому все равно опять, чтобы какой-то был центр вот вокруг этого вопроса танцевать господина Тейтмана и Сатур. Я думаю, что вот 100 лет назад, когда сформулировали на основе, я считаю, там Юнга, Фрейда, открытий, уже как вот открытия были технологические, а я думаю, открытие самосознания глубже воспринять. Что наши грезы, наши кошмары, наши там желания, эротические фантазии, это вся тоже реальность, и в нашей жизни там 8 часов мы ночью в этой реальности, 8 часов вот в этой. Это настолько же реально. И политики первые подхватили ту реальность. И вот этот план Гитлера, что можно там топить человеческими телами, или господин Путин, раз как-то там такие визуализации делает, как там в Сирию летят корабли, как там с зелеными человечками, раз, и уже страна поменяла название. И там господин Трамп уже еще, я думаю, нас удивит. Они и самые большие перформеры. Куда больше перформанс Сталина, переселить целые народы. Это перформеры. И наша задача – это вернуть их к человеку, к любви, заботе, может быть, и что мы станем консерваторами, а вот переплюнуть их, у кого уже 3 технологии в руках, мы не сможем. Ну, блестяще за права человека, за европейские ценности, тут не совсем понятно, если мы все это будем соблюдать, тогда мы придем. У нас среди наших гостей господин Павлов, это автор манифеста «Свободное искусство», 1989 год. С вашего позволения, я спросим у господина Павлова, а чем отличается ситуация 1989 года, когда вы создали манифест этой группы «Свободное искусство» и сегодняшнего дня? Мало чем отличается. Да, потому что, несмотря на что другое время прошло, мир поменялся, и даже в другом государстве живем, но
искусство как... Оно как бы и тогда жило, ну как бы отдельно от общества, хотя обязательно художник должен был его зрить. Но художник был свободен в то время, потому что он мог... Ну, вообще 80-е годы, наверное, да, этот момент, когда... я имею в виду Советский Союз, конечно, да, когда художники смогли показать свои работы вообще обществу более-менее свободно, и для этого, может быть, даже создавались все эти объединения. А что касается манифеста, да, это манифест и писал о том, что много манифестов было написано, ну, в начале 20 века, там, сюрреализм, и, но опять не говорил сегодня о том, что художники, но это было время, когда художники не были оторваны от общества. Они были частью той интеллигенции, той умной части интеллигенции, куда входили и музыканты, и ученые, и философы, прежде всего. И недаром, например, я в своем манифесте отрывок, только из Андрея Бретона делал, но он автор манифеста сюрреалист, да? Он же не художник, поэт, и он писал. Ну, это какая разница, да? Что общество воспринимает сюрреализм как Сальвадора Дали. А Андре Бретон писал, что квадратное яблоко – это образ сюрреализма. Вот если квадратное яблоко нарисовать, это будет Сальвадор Дали. Но само понятие квадратного яблока, оно определяет совершенно другое мировоззрение, ничего общего не имеющего с изобразительной формой. И поэтому вот этот сюрреализм, там другие были представители, как Макс Эрнст, много других там. Еще секунду. Хотел также как пригласить тебя, господин Абросов опоздал. Но он специально в Ригу приехал, долго готовил про дегенеративному искусству. Это 80 лет, когда были нападки со стороны государства и в Германии, и в России. И вот как вопрос господина Тейтмана, ты бы мог? Ну, вообще, достаточно сложно отношение государства и художников. Многие художники не вписываются в рамки западного государства. Художник, как самодостаточная единица, раздражает власть имущих и власть управляющих. Потому что художник может пойти против течения, пойти со всеми не в ногу, идти куда-то там, вправо, влево. И это все будет касаться видения самого художника. А государство считает, что все должны идти строго в одном направлении, как кто-то там посоветовал, какой-то референт написал текст для руководителя государства. Вот. Но вообще, конечно, в последнее время современное искусство, оно стало уже не совсем искусство, оно стало кураторским искусством, искусством дилеров, искусством галеристов. Что? Поэтому, если касаться сегодняшнего дня, но то, что было до, положим, там, 50-х годов, с там, 10-х годов по 32-й год, условно, было достаточно свободное искусство, было много направлений течений. В 32-м году появился соцреализм и потом искусство национал-социализма. Это не то. Завтра мы поговорим о власти художника. Власти художника. Вот тема, которую вы затронули, и Павлов затронул, она интересная. Художник, а вам
андеграунда 80-х годов и сегодняшних. Свободен ли был художник андеграунда 80-х годов? Мы можем спросить у Шагина, Дмитрий Шагин, у госпожи Миро, которая общалась со всеми. Будьте любезны, подойдите сюда. Да? Мы сейчас ищем вот эти парадигмы. Я считаю, что сегодняшнее искусство фондов, кураторов, это сектантское искусство, да, которое не оставит следа в мировой истории искусства. Это оставит небольшой, небольшой след. Да. А насколько большой, это вы можете, господин Рапопорт, прокомментировать своим парадоксом. Вы знаете, действительно, алло, слышите меня? Пушкин сказал, что гений. Парадокс вдруг, я не гений, но я тоже парадокс вдруг. Посмотрите, что произошло с авангардом. Он себя убил чем? Что он отрицал прошлое. И теперь стал настоящий. Но через 20 лет он сам стал прошлым. Был вынужден себя точно так же отправить на дно, как до этого отправил классицизм, архаик и так далее. Одно из моих любимых течений в искусстве – это дадаизм. Или Бейрут. Вот один из лидеров дадаизма, Гюльзенбек, сказал так. Если вы никогда ничего не слышали о дадаизме, или если вы ненавидите дадаизм, значит, вы настоящий дадаист. Прекрасно, прекрасно. Учитывая столетие дадаистической революции. Да, дадаистическая. И фильм, который по центральному телевидению шел, «День революции», о Парвусе, о Ленине и Парвусе. И там три раза показывала, как Ленин играл в шахматы царь, то есть там царь, лидер, да, и один из вариантов, что дадаизм происходит от того, что там Тристан Цара выигрывал у Ленина, Ульянова, тот говорил да. Есть такая версия. И в фильме Тихоненко, да, сложно его заподозрить, да, в симпатии, а это не любитель революции. Мы видели вот эту прекрасную мину. Значит, что мне хотелось бы? Я хотел бы вернуться к вопросу о свободе художника. Это мы вернемся, спросив вначале у госпожи Миро, которая общалась со всеми, у которой блестящая коллекция советского андеграунда 80-х годов, и у Дмитрия Шагина, с кем они тоже взаимодействовали. Я прошу прощения, у меня голос больной, поэтому я не могу по-другому говорить. Я не просил. Я просил, чтобы меня пригласили. Здрасте, мой друг. Я француженка с корнями каталонскими. И я должна признать, что я люблю искусство очень давно. И я люблю именно искусство, которое без границ. Я имею в виду, что для меня искусство должно выражать тотальную свободу внутреннего мира человека. Если в искусстве нет этого драйва, если нет этого желания вот, как будто вот, разрывать вот, все грани, вот, как сказать, вот, меры, вот как раз для меня это сложно понимать. Я считаю, что вот, как говорил кто-то вот среди вас, что вот нет настоящего, потому что оно уже прошлое, и будущее это уже сейчас. В искусстве вот нужно, искусство должно поражать, должно нас заставить вот, пережить, вот, болеть. Без этого трудно. Но есть одно дело. Другое. Извините, вам пора собирать каталонский авангард. Поэтому я заметила вот в протяжении долгих лет коллекционирования, что на самом деле вот художники, которые меня не нравились и не нравятся, они не нравились, когда были молодыми. Потому что в это время они пока не тронуты
ну, как сказать, вот, многими проблемами реальной жизни. Они живут именно вот тем моментом, который есть у них. Работы вот это отражают очень сильно. И, к сожалению, я заметила, это не для всех, но для многих, что со временем вот, ну, произведение этих же людей вот становится менее интересно, потому что вот именно вот нет вот этого драйва, нет этого желания вот вырваться от реальности. Ну, моя пьеса, вот она опирается на искусство, которое я собирала в протяжении 35 лет, но и главная часть, первая часть, это 10 лет, это до перестройки, во время перестройки и начало перестройки. И это время, когда моим художникам, и в том числе господину Шагину, им, ну, от 20 лет, а до 30 лет, это просто энергия колоссальная. Это холсты негрунтованные, это выразительность, это тотальное искусство. От него можно переходить к театру, к поэзии, ко всему. Мы о деньгах не говорили в это время, о деньгах потом мы не говорили и не говорим сейчас. Но, ну, пакет, что я могу сказать? Пакет, извините, да. Ваш тезис «Так молоды вы были», он прекрасен. Он прекрасен, да. Меня больше интересует нас свобода художника, андеграунда, тех лет, когда вы с ними общались и собирались, да, да, и сегодня, да. Ну, по-моему, я ответила. Хорошо, спасибо. Пакет блестящий. Спасибо, спасибо, Пакета. Теперь, да, как я помню господина Шагина еще 30 лет назад, когда его выставлял в Риге в рамках «Контакта», да, это был здоровенный, я не говорю, с гораздо меньшей бородой, в сапогах, в черном, не седая. Да. Так, пардон, основательно выпивший, да, в основном, да, и для этого сейчас мы привозим Витьков, да, да. То, что они были свободны, да, они, одна из задач была эпатировать публику, так и теперь задача искусства, эпатировать публику, да. Скажите, Дмитрий, вот свобода, вы были, когда более свободны, тогда или сейчас? Просто я расширю вообще, если я про все расскажу, то сколько минут говорить можно? Я мало, все рисковать задели. Во-первых, сразу хочу Лиге и всем горожанам спасибо за то, что вы первые, кто Петьков напечатали, манифест Петькова, что провел, это был журнал «Родник». Кто помнит, это первое издание, то, что это был самоиздательство. «Родник» или именно Лига, вот она пригрел Петьков. Вот, а теперь, что касается того времени, вот говорила Бакита про Мешковин, вот эти такие негрунтованные холосты. Я просто вспомнил, мой отец, он за свое искусство сидел 6 лет в тюрьме, причем до сих пор не реабилитирован, и, в общем, ну, как бы, такой враг народа, да, за то искусство, которое, на котором, собственно, детки выросли. И он работал резчиком полиэтилена на такой фабрике, где печатали какую-то рекламные какие-то вот эти 70-е годы. Вот. И он приносил туда, оттуда мне краски типографские, они очень такие мощные, прям банками оттуда их приносил. И мы действительно ходили на помойках какие-то, ну, там, не знаю, горительные куски и так далее. Вот это все какие-то очень правильно. Не было, у нас не было возможности где-то там, как членов Союза, купить материалы хорошие, там, брутованные холсты, там, все это, действительно, этого не было. Сейчас, конечно, это уже все можно, там, если другие времена. Вот, и второе, свободу внутри, да, нет, сейчас, нет, я в комментарии на то, что покину. Александр очень правильно про периоды вспомнил, вот, потому что Питер, это, конечно, периоды, и я родился на улице Маяковского, напротив дома Хармса, откуда его арестовали в 41-м году, посадили в тюрьму, где он не пристал. Так что мы с ним разминулись, я родился спустя 16 лет после того, как его арестовали. Только как, да. Вот. Но все равно под знаком Хармса происходила вся эта юность, молодость. И хочу сразу сказать,
я под большим впечатлением от художника Владимира Васильевича Стерликова. Это ученик Малевича, это человек действительно потрясающую школу создал. Я когда с ним познакомился, это был 70-й примерно год, он там 72-й, наверное, был там 15. Это лучизм, по-моему, да? Ну, это чашекупольная система, чашекупольная система. И Владимир Васильевич говорит, я последний период. То есть он, вроде бы, это очень серьезная же у него система, чашекупольная. Это, но при этом вот он действительно очень с юмором, веселый, жизнерадостный. И он говорил, я сочинил стих, сейчас пойду в этот лоск, их там разгоню, потому что у них там, значит, заседание, а главное, там был лоск, туда по фамилии Загонник. Такая фамилия замечательная. И говорит, я, как и период, сочинил стих. Загонник, Загонник, искусство в закон. Это так понятно, да? Вот как раз он Загонник, а Загонит закон. Вот. И второе связано с периодом, конечно, Олег Григорьев. Я вот специально привез, это наш старший товарищ, он друг моих родителей тоже. И его стих вот здесь как раз, ну как тебе на ветке, спросил птица в клетке. Да? Видели, это знаменитое стихотворение, за которое его, собственно, преследовали, и была большая статья в литературной газете, огромный был прямо такой разворот, за подписью папы Никиты Михалкова, такой скинописец. Как я забыл, как его зовут, но тоже Михаил, вот Сергей, да. И назывался «Уголовник в детской литературе». То есть они нас считали все, конечно, уголовниками, которых надо сажать и так далее, представлять по-разному. То есть считали, ну там, тунеядство там и так далее. Да? То есть это все продолжалось. Я, чтобы не быть тунеядцем, я работал в котельне 15 лет. То есть это, ну как, надо зарабатывать, вот, котельник, кочегаром и так далее. Но все видели Цой, как кидал уголек. Я так делал, Цой примерно год кидал, а я так лет много. Простите. Я еще не сказал. Нет, я еще не досказал. Так вот, вопрос у нас какой? Когда было свободнее и так далее еще? Я считаю, что какие-то права тогда были свободнее. Не потому, что мы были моложе. Тогда тоталитарная вот эта вся система, она нас загоняла вот этот андеграунд. И мы были абсолютно свободны. Это кухни, где мы там встречались, и там какие-то такие быстрецкие шутки. А сейчас власть денег, вот, которые уже начинают, вот мы, давайте так, вот правильно, как говорили, да, что вот мы будем, рисуйте там на тему патриотизма там или еще чего-то. Ну, мне так не говорят, но хотят сказать. Вот. Я был, просто сказали, нарисуют, как медики отговорил Хрущева, подписать, значит, про Крым, дарство на Украине. Я говорю, я не буду так вырезать. С какой стати? Медьки уши в Гогу отдали, медьки там, да, а при чем тут Хрущев? Вообще, типа, это ку-ку совсем. Очень обиделись после этого, там, несколько лет. Там меня даже не показывали по телевизору, значит, я был такой. Сейчас подотали, то 60 лет исполнил, вроде неудобно. Вот. Конечно, было тогда свободнее, и мы были... И батя мой, между прочим, прошел там тюрьму и все, и все равно он был внутренне молод, вот правильно Пакин сказал, вот эта вот энергия, не важно сколько лет, главное вот этот вот заряд настоящий, а? Что будет дальше? Нет, ну я считаю, в Европе будущее хорошее будет. Вот. А мы так не считаем. Вот. У вас будущее хорошее, потому что все-таки здесь... Вам, конечно, может тоже компромисс на мозге, но не так, как у вас. Вот. А у нас будущее непонятное, потому что могут и позапрещать, все, и цензуру уводят и так далее, неизвестно. Вот тогда появляется место, да, настоящего художника. Да, да, да. Так что будущее пока под вопросом. Посмотрим. Да. Есть разные мнения, вот. Но я хочу сказать, что... А, заканчиваем. Вот. Ну, хотелось просто высказаться чуть-чуть. Спасибо большое, но я еще чуть потом скажу. Значит, у меня вопрос, что является официальным искусством, что является обыденным во все времена, сегодня, господин Пейнтерс. Ну, конечно, этот вопрос нас интересует в данный момент, если мы его связываем с нашим архиважным вопросом, вопросом будущего. И мы не разберемся с этим вопросом, что самое важное, самое главное в данный момент, и что именно является официальным искусством, что является андерграундом, потому что, ну, почему не разберемся так быстро настолько, потому что мы увидим, что, например,
то, что мы можем назвать не андерграундом, в каком-то смысле, как бы современное искусство, но является глобальным официальным искусством новой глобальной элиты. Мы это видим, например, в глобальном дистрибуции международных биенналов, артистических биенналов, которые проходят, и которые появляются именно в точках геополитического такого влияния в Иране, где есть потенциальные конфликты, где что-то меняется. Но вопрос в том, если мы возвращаемся в отношении политики и искусства с точки зрения будущего, с точки зрения вопроса, который я задал, есть ли у художников инструменты, в принципе, самое интересное потенциальный ответ на этот вопрос. И один из потенциальных ответов, если мы рассматриваем отношения между политикой и между искусством. Потому что с точки зрения политиков, это там, ну, художники, конечно, не там не особенно нужные люди, но иногда их можно использовать, потому что это люди пропаганда. Ну, там еще может какую-то там, ну, такую шикарную выставку сделать, чтобы другие политики страны тоже видели, что это тоже нормально, все нормально получается, так далее. Но ведь самое главное отношение между искусством и политикой, политики не видят. А ведь самое главное отношение в том, что политика, в принципе, паразитература, это театр, это музыка, это все, что создается руками человека, потому что искусство создает модели. Потому откуда вам политики, почему политики могут прийти из-за всего хорошего против всего плохого? Потому что откуда вам берется нам понятие, что существует добро и зло? Кто нам это рассказал? Это ведь искусство, это ведь литература, это ведь драма, это ведь театр, который тысячелетиями создавал рассказ, который теперь могут злоупотреблять политики. Они могут, с точки зрения политиков, искусство как бы является обозначающим без контента, без содержания. Они могут любое содержание в этом обозначении. И в этом именно есть самый интересный парадокс. С одной стороны, художники создают модели, которые политики могут пользоваться. А с другой стороны, политики используют эти самые модели, которые создали художники, чтобы репрессировать этих самых художников. Это парадокс, как Борис Кройс про Сталина писал, помните, да? Сталин как самый большой художник и так далее, и так далее. Абсолютный парадокс, но с точки зрения эксплуатации модели созданного искусства, это очень интересный вопрос, потому что если мы смотрим назад, ну, история нас интересует с точки зрения, чтобы увидеть, какой будет будущее. Если мы смотрим назад, время порога, все это время мы живем, мир — это театр. 19 век, литература, мы живем как в романе, любой себе уважающий. Потом 20 век, мы живем как кино, жизнь — это кино, так, мы живем как кино. И 21 век, мы живем во время компьютерных игр. Потому что... Жизнь — это интернет. Нет, это игра. Там, потом у нас есть возможность на бонус лайф, у нас есть возможность получить это там. Всякие разные штучки еще купить, отпаковать. Меняется мышление, если смотрю на очень молодые люди, на ребят, которые играют компьютерные игры или телефонные игры, я вижу, как они мыслят по-другому, там даже сразу если относительно своим или более старшими. Поэтому вопрос о том, как отношение искусства и при этом искусство — это как бы вершина всего искусственного, что создается в людьми. И это очень важно это осознать, потому что если мы это осознаем, то положение художника — это не только это вопрос архивального будущего, это положение художников очень высоко важно обязывает, ну, что мы делаем, что мы не делаем. И говорю, у нас есть открытие для будущего, и при этом мы должны молчать, мы должны разные проблемы на разные вопросы будущего. Потому что, ну, когда говорят про будущее с точки зрения технологии, там, науки, будущее всегда как бы в одном направлении развивается. Если, например, подумаем, вот на диаграмму, в ту сторону утопия, в ту сторону дистопия. С точки зрения работы, это всегда левая сторона, как бы, там идет ад, и правая сторона — это рай, да? Ну, например,
все наши мысли про будущее, которые нам говорят политики, научные деятели, представители военного искусства и так далее, они всегда утопия, правая сторона, мы будем развиваться экстенсивно, завоевать новые пространства, что-то развивать и так далее. Но есть и другие возможности в будущем. Не все из них нам нравятся, но искусство это именно то, что позволяет нам открыть глаза на все возможности будущего. Я думаю, что с этой точки зрения у художников и у людей, которые работают вместе с художниками, потому что художник это не только один человек, это вся система, все люди, которые работают. Менеджеры, галеристы, коллекционеры, кураторы, это галереи, выставочные залы, это арт-фэйры, маркеты, это вся эта система, она, ну, как бы говорится, очень ответственна за то, какое именно будущее будет и как оно станет. Допустим, на следующем форуме. Я позволю, значит, на одну минуту один эпизод. Только что был в Питере, в Ленинграде, иду по Невскому, и там художники выставляют свои картины. И стоят рядом с этими картинами. Я подошел к одной картине и показал, что он просто наклеил хорошую репродукцию картины 17 века. И просто рамку ей приделал. Он говорит, это репродукция у вас? Он говорит, что вы? Я сам написал это инсценировочное во сне. Я его похвалил и сказал, он про себя и сказал, что ж, дорогой, ты никому не докажешь, что это не репродукция. Выглядит она точно как театр. Ну, хватит парадокса. Закончу я все свои, так сказать, размышления тем, что искусство зиждется на двух началах. На страдания и любви. И никакие роботы, никакие информации, никакие математики этого не изменят. Если страдания и любви из искусства исчезнет, то оно перестанет быть искусством. Ну, я дополню, что помимо страданий и любви, у художника должна быть внутренняя свобода. И художник должен выражать то, что он чувствует и как он видит. А не следует каким-то там жестким рамкам, как ему сказали, что это будет покупаться, а это не будет покупаться. Вот. И в дополнение, ну, в принципе, если там, в 80-е годы была определенная свобода желания художественного выражение, то к 2000 годам в России как-то потихонечку это все начало сворачиваться, и в конце концов сейчас в 2013 году делал перформанс, когда я позвал своего приятеля, давай вот СДХ повесил чучело, там поставили висеть. Ты что, просто даже посадь. Вот. И когда я делал перформанс, очень много моих знакомых собралось на Крымском мосту, перед СДХ, и все смотрели, а даже придут не арестованы. Ясно, хорошо, чтобы этого не случилось. Акита. Прошу прощения. Ну, я хочу сказать, что для меня, слава Богу, я думаю, что искусство не только на страдания опирается, слава Богу. И на любовь тоже не только. Есть масса искусства очень интересного, и в том числе концептуальное искусство, которое победило многие другие течения. Я думаю, что вот самое главное, искусство – это точно искренность человека, который его создает, его желание это делать выше всего. Потом это, как сказать, это иметь возможность для художника вот передавать миру, зрителю совершенно новые языки, которые были не особенно вот
использовали тот того, это все-таки открытие, искусство должно быть открытие. Они повторили, они копировали. Поэтому вот это человек, который это создает, он, люди не понимают, но он рискует быть непонятым в свое время, так и было всегда. И сегодня даже эти новые языки, вот, связанные с технологией и так далее, они тоже позволяют такое выражение искренности, вот, новых приобретений, передачи нового поколения. Искусство сегодня, мне кажется, вот, имеет очень большой шанс нравиться многим, многим людям, потому что оно очень разнообразно. Но оно должно быть искренним и очень передовым. Вот это самое главное. Вторичное искусство никому не нужно. Да, как начало вопроса было, что искусство и где авангард, где мейнстрим, такой предвзятый и подчиняющийся правящим кругам диктатуры искусства, могу по своему опыту сказать, что искусство аморфно в таком плане кураторском. Это искусство куратора. Меня, например, принесли просто картину, там акт сношения мужчин с женщиной. Я ее назвал автору, что это помощь Брюсселе, новоразвивающимся восточноевропейским странам. И все сразу: о, какой глубокий художник, он поиздевался над вот этой помощью, в скобках и так далее. Или мои картины, я вот эту написал, думал, там, бег брокеров за золотом, а тут в Европу хлынули миллионы беженцев, и получается, это как название назвать. И те же работы можно, каждая власть, Гитлера, Сталина и нынешние, они те же работы с названием очень точным, которое переформляет. Но как движущая сила будущее, я от сегодняшнего разговора просто смутился, столько спасибо гости, что приехали на Арт-Ригу, и столько красивого, но единственное, кто мне просто энергию дала, вот это Акита, как она, мы до конца ее не поняли, но ее слова, это не просто слова, как мы, но мысли у нас, они вглубь, а вот вы нас тянете вверх, какой-то там еще непонятный, как каталонка, француженка, где родился модернизм. И вот ради вашей улыбки, для того, чтобы вы похвалили, мы, мужчины, все сделаем и постараемся до следующего года вас удивить. Ну, что касается художника и власти, еще все время Гогец сказал, что страдания, они наоборот укрепляют талант, его поднимают. Но, правда, чрезмерные страдания могут, конечно, уничтожить. Я желаю, чтобы не было чрезмерных страданий, чтобы все-таки наша интрига, чтобы она действительно развивалась. И, понимаете, вот для меня вот это действительно глоток свободы. Я приезжаю к вам сюда, я не представляю, что была интрига у нас там в Питере. Ну, примерно такая, потому что там начнется, ну, ничего не могу говорить, что цензура, там, ну, все вот это вот то, что, да, вот, это как кошмар. Понимаете, у людей все-таки должно быть действительно место, такое, как Цой тогда пил, я объявляю святым без ядерной зоны, понимаете? Вот, вот действительно, интрига для меня, вот это здание, это без ядерная зона, такой мирный атом такой, понимаете, где мы все встретились. И поэтому, я думаю, что у этого есть будущее, вот, вот это самое главное, то, что мы все вместе. Спасибо всем, ура! Более прозаично, мне хотелось бы, чтобы Арт-Рига в следующем году прошло еще интереснее, чтобы было бы еще больше интересных художников, интересных галерей, чтобы мы продолжили уже в расширенном составе этот наш разговор об искусстве. Этот разговор, он принципиальный, и сегодня ответа не имеет. Так что за завтрашний день, за следующий год, который мы должны удачно прожить. Yeah.